Как вы, мистер Трент? Все в порядке? Все отлично, мисс Хетчер. Только вот знаете, вчера ногу натер. А сегодня утром из душа выходил, так в пояснице кольнуло. Мистер Трент, давайте не будем превращать традиционный обмен любезностями в цирк. Так может обойдемся без обмена любезностями и перейдем сразу к делу? А с вами будет непросто. Мы проанализировали привезенные вами документы. Они, безусловно, представляют огромную ценность для нас. Но есть одна проблема. Всегда есть проблема. Слишком много научных выкладок, причем настолько передовых, что у нас головастики драку устроили, не садясь в трактовках данных. Знаете, мистер Трент, драка между учеными со стороны выглядит весьма забавно. Жаль, не видел. В чем моя роль? Не ученых же ваших разнимать? Нам нужно мнение не просто ученого, а гения, светила в своей области. Человека, который мог бы дать однозначную трактовку этим данным. Я знаю такого человека, я с ним лично знакома. Это профессор Мандрейк. Он сможет во всем разобраться. Но вы не можете просто позвонить ему и попросить вам помочь, потому что... Потому что он работает в Deep Space Engineering и в данный момент отправился в исследовательскую экспедицию. Судя по всему, очень важную, потому что их служба противодействия промышленному шпионажу буквально на ушах стоит. И мое задание будет состоять в... В полете. Мистер Трент, перестаньте. Вам нужно будет вылететь на станцию Детройт, в штаб-квартиру Deep Space, узнать там местонахождение профессора Мандрейка, забрать его и привезти ко мне. Я дам вам свою визитку на случай проблем со службой безопасности Deep Space. Скажите, что действуете от моего имени. Служба безопасности Альянса. Никогда не слышала такой. Это не имеет значения, мистер Трент. Гонорар за выполнение задания будет очень приятным. Окей, как скажете. Окей, фрилансер. Теперь посмотрим, чего ты стоишь. Языком молотить научился? Посмотрим, как научился работать извилинами. А я за тобой присмотрю. Издалека.